природе ближе хочет быть народ. Растет сознание. И вот теперь имеет каждый год свое название. Есть год змеи, дракона и быка. Звучит неплохо. К нам это все пришло издалека. Пришло с востока. И каждый верит в зверя своего, как верят в Бога. И чудо ждет все время от него в течение года. А если нет, а если чуда нет, одни потери, то не сошелся, значит, клином свет на данном звере. Пути дороги метели замели, но солнце луч сквозь тучи светит ласково, и в год дракона, и в год снят с тигром, так они придут в год обезьяны. Число зверей 12, что дают годам название. Хотя пока поможет талисман, вся жизнь промчится. Того удача ждет, кто может сам всего добиться. Александр Анатольевич, как вам жилось в год обезьяны? Ой, Михаил Михайлович, приблизительно так же, как в год петуха. Александр Анатольевич, ау, а вы были счастливы в год быка? С кем? Пути дороги.